инвестициях в торговую недвижимость необходимо сказать хотя бы потому, что это очень популярный сегмент у инвесторов. В Германии ежегодно ставятся рекорды по оборотам торговой недвижимости. Предложений при этом не становится больше. В общем, дефицит. Объекты торговой недвижимости в общем случае более рентабельны, чем жилье. Успешный проект в зависимости от федеральной земли может приносить до 10% годовых. Цифры очень хорошие, но добиться их трудно. Просто потому, что выбор тут намного сложнее. Инвестициям в торговую недвижимость можно было посвятить много часов. Но такой возможности сейчас нет. И я просто обращу ваше внимание на несколько деталей. Они помогут понять масштаб задач. Как мы упоминали в предыдущих сериях, на что мы обращаем внимание при выборе объекта? Делаем анализ макрорасположения. Обращаем внимание на имидж региона, инфраструктуру, на то, кто у власти, количество рабочих мест и уровень безработицы. Далее оцениваем микрорасположение. Для торговой точки оно может даже более важно. Вы или скорее нанятый вами специалист должен проверить сам объект. Тут тоже уйма параметров. Год строительства, выполненные и предстоящие ремонтные работы, площадь объекта, все вплоть до наличия зон, где можно сдать пластиковые бутылки. Проиллюстрирую всего один из сотни вопросов. Подъездные дороги. Как грузовики будут заезжать на территорию? Между прочим, одна из основных проблем сегодня. Поедут ли фуры по своему участку или захватят часть чужого? Ведь собственник может запретить проезд или потребовать компенсацию расходов. А еще водители грузовиков также являются потенциальными покупателями. И они, естественно, останавливаются там, где легковые автомобили. Сложность даже не в том, что они блокируют дорогу, а в том, что если, например, на вашей парковке уложена брусчатка, то они эту брусчатку сломают. То есть красота может стать большей проблемой, чем ее отсутствие. Несколько слов о договоре аренды. Гражданское право не сильно ограничивает нас при их составлении. Поэтому типичных договоров будет мало. Они составляются индивидуально на конкретный объект. Насколько такому договору можно доверять? Если арендодатель выполняет свои обязательства, у арендатора вроде бы нет причин для расторжения. Но любой адвокат, который специализируется на составлении договоров аренды торговой недвижимости, скажет, что в 99 случаях из 100 в договоре можно найти зацепку, такую, которая послужит причиной расторжения или перехода договора из разряда срочных в бессрочные. Конечно, если точка арендатора удовлетворяет, у него не будет причин искать способ для расторжения. Но так бывает не всегда. Ну и последний момент. Риск банкротства арендатора. Если он больше не может платить аренду, вы ничего не сделаете. Можно попытаться нацелиться на его активы. Любой адвокат может выяснить, есть ли у банкрота хоть какие-то средства, но их вполне реально может и не быть. В Германии банкротятся даже крупные сети. За последние 10 лет это, например, компания Schlecker, магазин косметических товаров и бытовой химии. Они первые придумали концепцию, которую переняли DM, Rossmann и другие. Сам же Schlecker обанкротился, потому что они придумали идеи, но не развивали ее. У них были маленькие торговые площади, они не могли достичь оборота достаточного для удержания на рынке. Около 1000 филиалов было закрыто, и до сих пор часть помещений не сдана в аренду. Следующая нашумевшая история. Практикер. Магазин строительных товаров. Они обанкротились по той же причине. Это совсем плачевная история для собственников, потому что помещения, которые арендовали практикер, имели одно назначение – строительный магазин. А строительный магазин перестроить во что-то другое очень сложно. Повезло тем собственникам, которые смогли сдать эти помещения другим строительным точкам, потому что практикер занимали хорошие локации. Но и здесь есть до сих пор пустующие помещения. Эти не самые веселые истории я рассказываю, чтобы донести лишь одну мысль.
Торговая недвижимость требует куда более глубоких знаний и серьезных проверок, чем, скажем, жилая. В 16-й серии нашего проекта «Как инвестировать в строительство в Германии». Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, спрашивайте, комментируйте и не забывайте подписываться на обновления YouTube-канала Prian.ru.